Это спа отеля. Сейчас пройду на левую общую сторону. Фитнес у нас войдет в обзор здания. Левая сторона — общая зона. При входе вот полотенце, тапочки и полотенце для хамама. Здесь у нас раздевалки. Кодовые замки, все как обычно. Полотенце. Туалет и маленький фен. Душевой, вот такие большие диспенсеры с косметикой. Душ тропический большой, душ обычный. Продвигаемся дальше по коридору. Это женская раздевалка. Прямо по ходу это виднеется крытый бассейн. Естественно, с подогревом. Табличка для ориентиров. Идем на левую сторону. Турецкая баня и релакс-комната. Здесь налево это процедурные кабинеты всевозможные, которые, ну, если вы хотите пенный массаж, там пилинг, ну вот эти вот всякие дела, вот они здесь. Полотенчики тоже. Здесь вот релакс-зона. Прямо это большой хамам. Вот, не буду заходить, потому что кто-то есть. Вот, и здесь находятся тоже маленькие комнаты. Выходим из этой зоны, двигаемся дальше. Здесь находится сауна, это финская, температура 100 градусов. Как водить здесь понравилось. Все нет времени, на улице тоже сауна, все сгорели. Ледяной фонтан. И здесь тоже есть такой же эффект. Это паровая. 100% влажность. Какой запах. Душевые также. Здесь косметики я не вижу. Биосауна. Такой вид. Температура, конечно, пониже, но запах просто волшебный. Так, с комната. А право это детокс, витамин бар. Здесь свежевыжатые соки, детокс напитки, фрукты, овощи. Из чего вам могут сделать сок? Дальше это подогреваемый бассейн крытый, вот такой большой, без выхода на улицу, без выплыва вернее. С этой стороны маленький детский, 30 сантиметров, но напоминаю, в этом году отель зимой работать тоже не будет, потому что рядом будет идти стройка, будет строиться NG Science. По закону в сезон стройку проводить нельзя, так что отель опять, скорее всего, будет закрыт, ну, минимум, наверное, до апреля месяца. Кстати, выйти на улицу, вот.
это релакс-комната с таким прекрасным видом, тишиной и спокойной музыкой. Это зона для процедур. Геннадий. Здесь вот водичка, полотенчики, небольшая зона отдыха. Здесь вот у нас туалеты. Двигаемся направо. Такой панорамный вид вам. Это финская сауна. Жар хороший. И с левой стороны находится паровая. 100% влажность. Это ледяная комната. И здесь тоже можно включить душ. Ледяной. Здорово. Это душевые кабины. Рядом находится небольшой хамам. Такой интерьер. Двигаемся дальше. Здесь небольшая релакс-зона и массажные комнаты. Тихая, спокойная обстановка. Ну, с этой стороны зеркально, только есть небольшое окошко. Движемся дальше по коридору. Hello. Это раздевалки. Мужская. Шкафчики на коде, ну, все как обычно. Такая процедурная комната. И с другой стороны тоже. Это вот интересная штука, когда капает масло. Ну, китайская пытка, вы знаете. Дальше по коридору. Такой кабинет. Вот такой. Они все приблизительно похожи. Спа-сьют. Вот такая комната для двоих. Выход на улицу возможен. И есть джакузи. Дальше есть еще один спа-сьют. Вот, сейчас войдем. Только что все убрано. И вот тоже аналогичный с выходом на улицу. У него есть своя личная сауна. Еще дальше массажные комнаты, но они все аналогичного дизайна, но в них есть вот всякие разные приборы для разных процедур. Вот еще одна массажная комната для двоих. Возвращаемся обратно. Ну, хороший спа. Ну, как сказать, не высший пилотаж из того, что мы видели. Но так, конечно, все прекрасно. Не, ну, это ничего.